Так, всем привет, с вами я, Павел Первый, и мы продолжаем проходить Warcraft 3 The Frozen Throne. У нас третья глава за компанию Мстителей. И, в общем, из прошлого, как вы знаете, Геля и его эльфов засадили в темницу, и они ждут своей казни. Но, естественно, они оттуда выберутся. Думаю, вы догадываетесь, как. Как я мог допустить такое? Без магии мы умрем в стенах этих камер. Не переживай, предатель. Вы умрете гораздо раньше. Лорд Гаритас приказал казнить вас на рассвете. Скорее бы рассвет. От этих эльфов у меня мурашки по коже. Не волнуйся. Эта тюрьма была построена Кирин Тором специально для... Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. В ее стенах эльфийская магия бессильна. Привет. Конечно. Тебя, Кель. Надеюсь, мы не опоздали. Ты вроде тут одна. Ты, как всегда, вовремя. И я твой вечный должник. Но даже если мы освободим моих братьев, нам некуда бежать. У Гаритаса в 10 раз больше людей, чем у меня. Тебе предстоит... А ты пришла к своих. Остаться здесь и погибнуть от рук смертных. Или выбрать иной темный путь к свободе. И что это за путь? В городе, что находится прямо над нами, есть портал, врата, ведущие в иные миры. Я знаю о нем. Король мертвых Кел'Тузет открыл его, чтобы привести сюда демона Архимонда. Да, это так. По ту сторону портала нас ждет мой господин Ильдан. Приведи к нему свой народ, и он поможет вам утолить жажду магии. Заключить договор с демоном или обречь на смерть тех, кто доверился мне? Вайши, у меня нет выбора. Сначала мы должны освободить моих командиров. Пусть собирают остальных, пока мы будем пробиваться к выходу. Как скажешь. Но чем быстрее, тем лучше. Я теряю терпение. Так. Отлично. Замечательно. Приказывай. Ага. Я теряю терпение. Приказывай. Майши, уходи. Положись на меня. В чем дело? Все-таки зря я так один пошел сюда. Ладно. Уже пора. Я теряю терпение. Пора в путь. Ладно, отлично. Им не уйти. Жду с нетерпением. Поторопись. Негознаний. Положись на меня. Приказывай. Сделаю все, что смогу. Отлично. С удовольствием. И все. Все герои теперь у нас будут до конца. До конца всей кампании. Никто никуда там уходить не будет, все будут вместе. Принц Кель, мы знали, ну, что такая хорошо, нас. Конечно же. Я отомщу. Ой, извините, я вас проебал. Отлично. Сделаю все, что чем смогу. Могу помочь. Так, вот, командиры Мстители. Они. Не восприимчивый к магии, урон тоже отлично. Неплохой у них, ну и все такое. О, чёрт. У нас в чем дело? Дела. Твоя воля не спорит. Поторопись. Как он огромен. Я теряю терпение. Да, мой друг. В чем дело? Чем могу помочь? Блин, ну хочет убить его. Я теряю терпение. Кровь и пламя. Поторопись. Отлично, медалька храбрости. Пора в путь. Да, мой друг. Чем могу помочь? Чем могу помочь? Хильда его. Да, мой друг. Я теряю терпение. Отлично. Беги, ты свободен, брат. Замечательно.
Сделаю все, что смогу. Приказывай. О, черт, мана кончилась. Я отомщу. Кровь и пламя. С удовольствием. В чем дело? Я отомщу. Я теряю терпение. В коконах может всякая фигня валяться. Типа вот этой руны. Сори. Чем могу поторопись. Помочь? Им не уйти. Я отомщу. Приказывай. Кровь и пламя. Я отомщу. Им не уйти. Нам понадобится как можно больше войск под конец, поэтому лучше все-таки никому не умирать. Особенно лейтенантам. Да, ой, командирам. Замечательно. Блин, почти каждый второй поклон с пауком. Кровь и пламя. Будет сделано. Сделаю все, что смогу. Будет сделано. Ну ладно, отлично. Ставим их. Замечательно. С все равно больше ничего не найдем. Замечательно. А теперь вот сюда отправляемся. Как видим, командиров сетелей всего 4. Одного уже освободили. Этот стражник хочет поднять тревогу. Остановите его. С удовольствием. Кровь и пламя. Ты это не сделаешь. Пех. Будет сделано. В чем дело? Им не уйти. Кровь и пламя. Приказывай. Я отомщу. Так, в общем, смотри, если... Смотрите, если он тревогу поднимет, оттуда вринется отряд. Подобный, ну, с уроном и броней здоровьем, как у капитанов, которые... Который был еще в Рейган оф Хаосе. А вот дополнительное задание. Артес убил многих верховных магов. Их души да. До сих пор скитаются. Только, по-моему, 3, а не 4. Может быть, нам стоит отыскать их? Да, стоит. У них хорошее колечко есть. Да, вот еще один прикол. Тут. Отлично. Как видим, становясь вот на такие вот руны одинаково, открывается что-то. Вот, например, сейчас здесь откроется дверь к верховному магу, но он абсолютно безвреден, ведь первого уровня он. Будет сделано. Так. Кажется, кого-то не хватает, или все тут? Им не уйти. Я отомщу. Так, видим, у него упало скотчик камушка. И в общем-то, как в задании с Мэфом в 3 главе, когда мы собирали осколки сферы, здесь будем собирать осколки кольца. Отлично. Замечательно. И кольцо довольно неплохое, особенно под конец. С удовольствием. А, здесь долбится до полусмерти люди и нежить. Нежить так вот что-то потеряла. О, спасибо. Помог. Делаю все, что смогу. Кровь так. И пламя. Это ваши проблемы, пускай дерутся. Меня слушай, трогать спрятие. Не надо. Им не уйти. Кровь и пламя. Я отомщу. Им не уйти. Я отомщу. Отлично. Им не уйти. О, черт. Это больно. О, уже Вайшиману все восстановил. Какая ты быстрая. Кровь и пламя. Ты свободна, отлично. Женщина. Все, что выходи. Уже пора? Так, где-то тут. Твоя вот. Воля исполнится. Ваш ход. Положись на меня. Уже пора? Жду с нетерпением. Во имя Азары. Да. Поторопись. В чем дело? Жду приказа. Будет сделано. Чем могу помочь? Замечательно. С удовольствием. Замечательно.
Так, ну, видимо, какие-то невосприимчивы к магии, так что бояться нам нечего. Эти командиры тоже. Так, второй осколочек. Сделаю все, что смогу. С удовольствием. Быстрее выбирайтесь отсюда. Достали. Отлично. Да, мой друг. Я теряю. Дай время. Пройти принцу своему. Так, теперь уже плюс 2 ко всем статам. Потом, как выполнили, плюс 3. А потом будет очень полезная аура. Так, кстати, можем пойти сюда, но я не буду, пожалуй. Повернув этот рычаг, можно выпустить тварей прямо на стражников. Но лучше этого не делать. Они слишком сильные. Поторопись. А этих стражников тут всего двое. О, черт, эти гориллы хотят меня убить. Время не ждет, светлый. В чем дело? Будет сделано. Лучше их не трогать. Отлично. С удовольствием. Так. Свиток маны, это фигня полная, но если возьмем, придется сражаться с этими големами. Но этот голем стоит на нужной нам руне, поэтому. Придется взять. В чем дело? Время не ждет, светлый. Я теряю терпение. Жду с нетерпением. В чем дело? Поторопись. Отлично. С удовольствием. Так, книга ловкости, потом книга разума, конечно. Вижу цель. Поторопись. Будет сделано. Так, мы все ближе, ближе к цели. Если он поднимет тревогу, нас перехватят гвардейцы. Отлично. Быстрее! На нас напали. Твою мать! А, всего двое. Приказывай. Жду приказа. О, черт, ученица. Слишком просто. Я теряю терпение. С удовольствием. У нас есть дела. Мой лук всегда. Поторопись. Со мной. Ну, что там? Я теряю терпение. Время не ждет смерти. Так, вот тут еще одна руна. Здесь, по-моему, книга мудрости будет. Жду с нетерпением. Но в этой главе есть очень две, по-моему, хорошие нычки. Великолепно. Короче, видите, какие. Дело? Хотя одна не очень хорошая, но. Замечательно. Это больше на пасхалку. Отлично. Смахивает. Будет сделано. О, черт. На что же с дороги, идиот. Отлично. Да, мой друг. Пора в путь. На что жалуетесь? Да будет так. Ваше. В чем дело? Попробуй попади. Да будет так. Пора в путь. Да, мой друг. Приступай. Поторопись. О. Сделаю все, что. Пронесло. Им не уйти. Кровь и пламя. Я отомщу. Так, а вот мы на пути к третьему магу. Положись на меня. Вот здесь он. По твоему приказу. Не дайте ему поднять тревогу. Твою мать. Он ее поднял. Нас обнаружили. К бою. Не уйти. Замечательно. Будет сделано. Приказывай. Чем могу помочь? Приступай. Время не ждет, смертный. По твоему приказу. Я теряю терпение. Боевые когти. Жду с нетерпением. Валяется тут. Во имя Азары. Привет, Архимаг. Верховный. Как кровь дела у тебя? Шестой левел. Великолепно. В чем дело? Я отомщу. Так, третий осколочек. И последний. Архимаг находится тут. Но руны. Вот здесь одна руна и другая тут. Сделаю так что все, пока что сюда идти мы не будем. Сделано. Просто решетку разрушу. Сделаю все, что смогу. Так, а вот здесь нычка. Руна вот такая, вот такого же цвета, где-то очень далеко. Сделаю все, что смогу. Ну, чуть пониже.
Кровь и пламя. Им не уйти. Кровь и пламя. Сапоги скороходы. Держи. В путь. Я отомщу. Правда, там скрывается довольно сильная тварюга. Но мы справимся, я уверен. Им не уйти. Сделаю все, что ох, ё, какого хрена. Будет сделано. Поторопись. Блин, у них тоже все по максимуму. Да, мой друг. Пора в путь. Так, все, всех. Так, а вот и третий командир. Я рад, что вы живы, милорд. Какие будут приказания? Иди убейся. Сделаю все, что смогу. Им не уйти. Замечательно. Руна исцеления. Круто. С удовольствием. Отлично. Вы свободны, братья и сестры. Замечательно. А теперь надевайте броню. Будем. О, фак. Замечательно. Что тут вообще? Кровь и пламя. Им не уйти. Нежити, блин, численное превосходство. Я отомщу. Кровь и пламя. Мы их всех порвали. Уже. Им не уйти. Кровь и пламя. Так, а вот и вход в пещеру, соответственно. Сделаю все, что смогу. Ваш ход. Так. Замечательно. Кто-нибудь ранен? А ты иди сюда. Ваша воля. Приступаю. Да будет так. Приказывай. Отлично. Магия будет моей. Пора в путь. На что жалуетесь? Будет. В чем дело? С удовольствием. Будет сделано. Сделаю все, что смогу. По твоему приказу. Твоя воля исполнится. Приказывай. Да, отлично. Все, все эти духи перебиты. Отлично. Осколочек, и теперь у нас чародейская аура, которая ускоряет восстановление ман. А теперь я вот так сделаю. Чем могу помочь? Это будет первым отрядом. Замечательно. А та оставшаяся ненужная абсолютно ученица будет тут стоять. Там уже рядышком, в принципе. Руна. В чем дело? Давайте уже идите быстрее. Тугодумы. На что жалуетесь? Вон этот зато быстрее пришел. Поторопись. Так, а вот и нычка. Сейчас. Если мы ты его остановишь, я знаю. Я отомщу. Пускай ходит. Сделаю все, что смогу. Так, а здесь надо по порядку нажать, я точно не помню, вроде так. Будет сделано. Замечательно. Отлично. Не. Замечательно. С удовольствием. Сделаю все, что смогу. Отлично. Сделаю да, все, вот так. С удовольствием. И эта нычка открывает нам все, секретный уровень, который нам открывает жанр Tower Defense. Но это вы уже увидите в следующей серии. Овечки. Приказывай. Все. Замечательно. Подбираем и открыта секретная глава. Если вы не возьмете это, то секретную главу не сможете сыграть. Сразу пойдет четвертая. Так. Пора в путь. Продвигаемся дальше. Отлично. Так, какого хрена эти ворота? А вот. С удовольствием. Ни одного попадания, Вайши. Позор тебе. Замечательно. Отлично.
Поторопись. А вот и нычка. Отлично. Руна возрождения. Отлично. Сейчас мы добьем этих стрелков. Выше уже пятый. Пора в путь. А, Кель тоже пятый. Приказывай. Тогда нормально. О, черт. Проклятье! Эльфы вырвались на свободу! Нам с ними не справиться! А это нам и не нужно. Мы просто выпустим этих зверушек. А-а-а. Только каким хреном они вас не убивают? О, черт. Это гомункулы. Их огромных ПП. Вот этого огромного. У других, конечно, в 5 раз меньше где-то. Но и урон тоже не хилый. В общем, големы из плоти. Будет сделано. Так, ну мы их рвем. О, черт. Приказывай. Достал уже. Мри. Чем могу помочь? Приступай. Жду с нетерпением. Я теряю терпение. Фу. Пора в путь. Руна исцеления плюс еще руна возрождения. Сделаю все, что смогу. Так, вот она, нычка. Поперли. Мой лук там сидит злобная тварь. О. Не проблема. Хорошо. Вот он, арканитовый голем. 5000 хп. Огромный урон. Ах, кому-нибудь ваш ход тут не поздоровится. Бью в каждом ящике, насколько я знаю, лежат предметы. Цель. И ценные предметы. Больше. Приказывай. Блин, этот голем неуязвим к магии. Поторопись. Еще пламя. Вот такие вот штуки делает. Да, мой друг. Покажите мне путь. Я теряю терпение. Положись на меня. Время не ждет. Все, чувак, у тебя закончилась мана. Я теряю терпение. Чем могу? Так, главное, чтобы моего командирчика не убил. Да будет так. Все. Руна исцеления. Да, здесь у нас душа Зунущий, змея. Так. С удовольствием. Кель, все тебе. С удовольствием. Время не ждет, смех. А вот шаманский тотем да, можно отдать, в принципе. В чем дело? Жду с нетерпением. Ей, так, светок регенерация. Что он меня тут делает вообще? Исполняю. По твоему приказу. Да. Во имя Азара. Приказывай. Отлично. Так, что же, охраннички, вам, вас не получилось нифига меня убить. Пора в путь. Быстрее. Ну это все только начало, это все легкотня. Я вот под конец будет жопа уверенная. Чё, очкуете? Предатели. Чтобы вы все сдохли. Так, пока эти ворота не откроются, потому что мы не освободили последнего командира. В чем дело? С удовольствием. Так, пускай эти дальние очкочники сгорят в аду. О, а вот с ним жестоко поступили. Магия принадлежит мне. Принцкель. Да. Да, мой друг. Хоть скажи спасибо большое. Хорошо, не мне, а Вайши. Мой лук всегда со мной. Я теряю терпение. Так, а сейчас будет ролик. Ты зашел далеко, Принцкель. Слишком далеко. Выпусти меня. Керентору Хасан. Но времена изменились. Так или иначе, мы выберемся из этой тюрьмы. Грустно видеть, как хороший волшебник становится плохим.
Делай, что считаешь нужным, юноша. Плохим, плохим у тебя стал твой гандончик Гаридас, который предал всех. Отлично. В том числе и нас. И вас. О, черт. Время не ждет. Я теряю терпение. Так. Ну, сейчас будут такие ловушки, подкрепления, все такое здесь, видим, элитное. Чем могу помочь? Все так, нехило. Так, вон, вышла очередная партия. Ну, что там? Рыцарей, но они ничего не смогут нам сделать. Капец, хавает это заклинание, мам. Все, все, все достаточно. Чем могу помочь? Поторопись. Я отомщу. Положись на меня. Приказывай. В общем, это шаманский тотем. С помощью него можно использовать заклинание шамана. Очищение. Ох, фак. Ай-я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 й. Все, сдох. Смотри и учись. О, невероятно. Смотри и учись. Да че вы привязались все к нему? Смотри и учись. Всего-то. Воу. Время не ждет. Магия будет моей. О, черт. Не сдох. Приказывай. Охуеть. В чем дело? Быстрее. Черт возьми, ты выжил. Ну, что там? Чем я могу помочь? Так, и целое подкрепление у нас тут. Неплохая мысль. Ну, если ты настаиваешь. Так, а вот огромная армия Хасана. Черт, волшебницам нельзя применить полиморф. Поторопись. Жалко. Время не ждет. Жду приказа. Пора в путь. Отлично. Ох, одного убили. Поторопись. Какая, ну, же там? Печаль. Я теряю терпение. Магия будет моей. Да, мой друг. Блин, вышло подкрепление. Хасан. Блин, какой ты элитный, а. Приказ. На что жалуетесь? Пора в путь. Выясню. Тебе нужна моя помощь? Как приказ? В чем дело? Пора в путь. Чем могу помочь? Да, мой друг. Погибнусь. Ваша глава. Приступаю. В чем дело? Пора в путь. Отлично. Замечательно. Мы вроде всех перебили. В чем дело? Где радостный вопль? Вайши, мои братья в сборе. Теперь нам нужно добраться до портала, о котором ты говорила. Не спеши, принц. Чтобы провести всех через портал, понадобится много времени. А Гаритас вряд ли будет сидеть, сложа руки. Я задержу его. У нас будет время. Ну что ж, это была третья глава, следующая глава, секретная глава, которая, как я сказал, открывает нам жанр Tower Defense, и довольно-таки она прикольная. 5 видов башен, в общем, сами все увидите, не буду вам сейчас рассказывать. А с вами был я, Павел Первый, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте, надеюсь, вам понравилось, всего хорошего и пока-пока-пока.